академическая самостоятельность, это поможет нам решить? Или это мы идем на поводу университета? Вы знаете, академическая самостоятельность и контроль, усиление контроля и требований к вузам – это не взаимоисключающие понятия. Я хочу просто привести пример. Вот, в прошлом году мы вместе с палатой Атамекен проводили работу по оценке образовательных программ. Мы посмотрели, условно, пошли в вузы, начали смотреть образовательные программы по IT. Понятно, что сегодня, какие языки программирования сегодня любой скажет, нужны для рынка. Нужен Python, нужен PHP, C++, там, Java и так далее. Но когда они пришли в вузы и посмотрели, что в образовательных программах, чему учат в наших вузах, они увидели, что там, условно, Pascal, там, и так далее. То есть то, да. Чего уже нет, то, что не востребовано, эти компетенции никому не нужны. То, и что, они начали... то, что я изучал 30 лет назад. И они начали говорить, обвинять вузы. Но вузы говорят, извините, программа. Вот типовая учебная программа, утвержденная Министерством образования и науки, вот по закону мы должны ее соблюдать, поэтому мы и соблюдаем. Шаг вправо, шаг влево, у нас будут проблемы. Но сейчас изменения стремительно происходят, ежегодно. Ежегодно по 500 образовательным программам Министерство образования не может менять компетенции, не может менять ТУПы. Это одна из причин. Мы сейчас сказали, уважаемые университеты, мы даем вам академическую свободу. Теперь, чему учить, как учить и какие компетенции давать, вы определяете на основе профессиональных стандартов. А профессиональные стандарты формулирует рынок, формулирует работодатель.